Сейчас я расскажу вам способ, как закончить отношения с девушкой, чтобы ее не обидеть и вас потом не мучило чувство вины. Возможно, у вас было такое, что вы начинаете отношения с девушкой и понимаете, что как-то она вас или не зацепила, или пропал интерес. В общем, надо расстаться, но у девушки могли появиться чувства, и вам неудобно как-то перед ней, что вы ее бросаете. Есть один рабочий способ, он стопроцентный и проверенный уже веками. Суть этого метода в том, что вам нужно дать понять девушке, что она для вас очень важна, что вы ее цените, и чем больше, тем лучше. Дальше вы делаете на свое усмотрение. Вы начинаете ей писать первыми, спрашивать, как у нее дела, делать комплименты, дарить подарки. Если у вас есть машина, заезжаете за ней, забираете, зовете почаще гулять. Если она говорит, что вы уделяете мало внимания, времени ей, уделяйте внимание больше. И я вам гарантирую, через пару недель таких отношений она сбежит от вас сама, и вам не надо будет решать эту проблему, проблема решится сама собой.